этом видео вас ждут супер захватывающие моменты, супер удары и куча всего разного. Досмотрите видео до конца и поставьте лайк всем. Ну а мы приступаем. Всем привет, и мы сегодня продолжаем играть в Майнкрафт. Но мы играем не в простой мире, мы играем сегодня на карте 10 лет Майнкрафту. Да, то есть Майнкрафту уже 11 лет. Так, давайте мы начнем, наверное, проходить ее. Так, что в сундучках? Тут у нас вагонетки. Ну, давайте возьмем себе прям немножечко. Ну, как немножечко? Это единственные пока что ресурсы, которые у нас есть. Поэтому я, наверное, только в них и поеду. Так, ставим вагонетку, забираемся. И нам нужно, походу, ехать, да? Да, я так и знал. Так. Ай! Вы чё? Моя вагонетка! Ладно, у нас еще одна есть. Я запасся. Так, все, поехали. А эту вагонеточку мы должны сломать. Все, поехали дальше. Блин, ребят, ну... Теперь нам нужно очень медленно придется ехать. Сейчас. О, это май 10 мая 2009 года. Это самая первая версия Майнкрафта. Окей. Июнь, 30 июня 2010 года нам добавили ад. 20 декабря 2010 нам добавили эндер крепости деревни. Дальше нам добавили вот такие вот разные дома и можно дальше строить. Так, дальше у нас тут механизмы. Да, у нас там дальше добавили механизмы. Ну, короче, это все неинтересно. Когда мы уже будем ускоряться? Чем мы такие медленные-то? Я хочу ускоряться. Февраль. Все уже. Поехали, говорю. Я уже не хочу. Поехали дальше. Так. Тут у нас июнь, но это все неинтересно. Что за фигня вообще? Что это вообще такое? Зато у нас теперь будут рельсы, у нас еще какие-то блоки есть. Я хотел с ветерком прокатиться, но у нас этого не получилось сделать. Ладно, поднимаемся, и тут у нас пароль. Нужно отгадать пароль. У нас есть книжечка, давайте посмотрим, что у нас тут за книжечка. Пролистаем 4. Опа, а вот и пароль. Так, 17.05.09. Это дата Майнкрафта. Так. Так. 17.00.05.09. О, открылось. Так. Давайте вот сюда вот пойдем. У нас тут флаги Маджанга. Ну и так уж. Так, ладно. Бежим дальше. И тут у нас вагонетка. Нам сейчас она пригодится. Все, поехали. Так, едем, короче, едем, говорю. Сказал, едем, значит, едем. Упс, нам нужно не туда. Валим тогда вон туда вот. Хорошо, валим. И куда это мы сейчас приедем? Что это такое? Это что, яйца? Ну ладно, так уж и быть. Давайте мы поедем. Нас куда-то везет все. О, в нашу шахту, ведет. Валим в шахте, мы походу сейчас едем. Ну и ладно, в шахте это тоже хорошо. Так. Бежим в шахте, валим в шахте. Опять у нас тут этот дорога. Ну, я хочу уже поехать. О! Там спавнер был. Кстати, мы заметили, что мы едем по заброшенной шахте. Я как-то это вообще не замечал сначала. Так, тут у нас опять спавнер.
Когда мы уже приедем из этой шахты, выйдем, точнее. О, вот мы уже и на выходе. Стоп! Так, что у нас тут есть? У нас тут есть остановочка. И тут еще одна. Нет, все, я не хочу в шахту. Поэтому бежим куда-нибудь тогда. О! А тут что у нас? О, паркур! Смотрите, ребят, тут паркур в яблоке. Ну, давайте его пройдем, так сказать. Теперь сюда. Так, теперь бежим, ищем еще детали для паркура. Где тут еще? Где еще это? А, типа вот сюда вот, что ли? Надо вот тут вот где-то. Вот так, как тут залезть-то? Стоп. Куда нам залезть реально? Ай, да блин, все заново проходить этот паркур. Ну что же это такое-то? Раз, два, три, четыре, пять. Да что такое-то? Я заново, что ли, мне постоянно этот паркур проходить? Или что? Я последний раз прохожу его. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, чокнутые? Ладно, побежим отсюда. Не хочу больше в этот паркур. Так. А, у нас же есть рельсы. Что я туплю? Раз. Ага. Есть у нас рельсы. Офигенно. Рельсы у нас есть. Ну ладно, давайте тогда сломаем. Окей, ребята. Так, сломаем. И побежим. Ай! Что это такое? Что так больно-то? Что вы мне сразу-то не сказали? Ладно, так. Все. Бежим вон туда. А что мы такой бешеный-то? Ну ладно. Бежим, бежим, бежим. Вон, видите, там у нас какие-то пальмы и так далее. Вот я хочу туда. Да сколько этих заборов там можно? Да нафиг тут заборы эти? Бежим, там пальмы какие-то. Я хочу там курорт какой-то. Поэтому я хочу на курорт. Все, ставим блоки. И бежим на курорт. Ура, там что-то есть, наверное, из курорта. Я так и знал. Да, тут есть что-то из курорта. Даже вода есть тут. Давайте заплывем тогда, я не знаю, поплывем куда-нибудь. О, сюда можно подняться, давайте мы так и сделаем. Так, забираемся по водичке. И мы уже тут. А отсюда у нас такой сильный ливень. О, май. Ставим сюда заборчик. Последний забор. Все, бежим тогда вот сюда, вот быстрее. Я хочу туда, я хочу внутрь. Пустите меня, пустите, откройте дверь. Я тут бешеный. Я вам все тут поломал, нафиг. Так, валим, 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 валим от них. Все, бежим тогда, просто бежим, так. Куда нам тут бежать? Стоп. Это мне не показалось, что я тут увидел сейчас. Раз, два, три. 4, 5, 6. Все, раз, два. Вот так вот поставим, короче. И вот сюда вот мы. Курица огромная. Огромная корова. Тут книжечка огромная. Cool. Так, хорошо. Житель. Житель, вилладжер. Ладно, куда нам тут идти? Тут все мобы, блин, огромные. Собрались просто все. Смотрите, бошки из стекла. Смотрите, какие витражи классные. Смотрите. Жесть. Ладно, так. О, тут яйцо. Поставим сюда. Раз, два. И как тут телепортировать? Они как будто знали, что, блин, тут нужно вот эти вот три блока. Так, ставим раз, ставим два.
Ну что, сейчас мы телепортируем это яйцо. Опа. Вот оно. Вот оно. У нас есть яйцо. У нас есть яйцо. Нет, только не говорите. Так, стоп, как тут? Чё я опять-то долбанулся? Всё, я не хочу шуток играть. Всё, выпускайте меня. Открывайте ворота, и я поехал. Так. Открываем ворота, и я от вас уеду. Всё, пока. Даже не подумали про эту защиту. Пока, 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 пока. О, тут деревня какая-то. Давайте-ка посмотрим, что в этой деревне. Это же старая деревня. Я помню эти деревни, когда я только играть садился. Вот эти вот деревни были прям... Я так это помню. Кто помнит, кто играл в Майнкрафт, и кто помнит эти деревни, пишет в комментариях. Я когда только начинал играть в Майнкрафт, а это было, извините, в 2018 году, я даже не знал, что... За 2 года игры я только... У меня вот полгода сменили уже текстуры. Я даже забыл, какие деревни были. Они взяли мне и построили прям деревню такую, которая была в Майнкрафте раньше. Так, поэтому давайте залезем сейчас в церковь и посмотрим. Скрыч домов! Я это, если говорю... В прямом смысле слова, значит, я реально буду смотреть с крыш домов. Буду паркурить по ним и смотреть. Ладно. Стоп! А мне не кажется, или на этой горе конец мира? Пойдемте тогда выживать. Ладно, это было не по плану. Всем, ребята, поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Давайте вот тут вот мы и закончим. Так. Вот тут вот закопаемся. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. С вами был Маркос. И прохождение карты Майнкрафту 10 лет. Пока, ребята.